Кэдди, твои родители погибли. Добро пожаловать. Ты моя племянница. И я сделаю все, чтобы это место стало для тебя домом. Я просто хочу снова увидеть их. Я не уверена, что справлюсь. Я даже о цветах не забочусь. Я работаю над одним проектом. Хочешь посмотреть? Да. С самого детства я мечтала об идеальной игрушке, с которой дети никогда бы не чувствовали себя одиноко. Это Меган. Привет, Меган. Я Кэдди. Приятно познакомиться, Кэдди. Хочешь поиграть? Хочу. Меган, твоя задача – защищать Кэдди от физического и эмоционального вреда. Это кукла? Модель 3, андроид. Меган сокращенно. Не могу поверить, что ты создала ее. Она супер. Молодчина. Она стала членом нашей семьи. У них появляется эмоциональная связь, от которой будет сложно отказаться. Но она снова выглядит счастливой. Доедай, Кэдди. Согласно исследованиям, если заставлять детей есть овощи, они будут реже потреблять их во взрослом возрасте. Неужели? Да, согласно исследованиям... Ну все, хватит. Разговор еще не окончен. Она говорит, пусть скажет что-нибудь. Хватит! Нет! Меган! Лучше беги. Меган, ты толкнула Брэндона под машину? Я никому не позволю навредить тебе. Меган, отключись. Перекалибровка ответных реакций. Меган! Зачем ты это делаешь? Не волнуйся, Кэдди. Я никому не дам тебе навредить. Никогда.